Ну и поскольку только что мы смотрели, как снимался клип Оксимирона на Лигу опасного интернета, кстати, реакция на саму Лигу опасного интернета, то теперь у нас логическое продолжение. Блять. Новошкольный зашкваренок Скали Милана, который жахается в десны с Мизулиной, который в интервью... Влад, пожалуйста, вставь это несложно найти. Он в интервью говорил, что «Никогда, блять, я не буду цензурировать свои треки. Нахуя их выпускать, если...» Страшно такое произносить, учитывая, какое сейчас жесткое законодательство в плане там, 228 статьи УК РФ. Да похуй мне, это моя музыка. Я что, должен поменять музыку свою, что ли? Из-за этого бояться должен или что? Soda Love зацензурил свой альбом, например. Ну мне нахуй это не надо. То есть ты бы не стал цензурить альбом? Да я бы такое сделал, от меня бы отвернулись все. Меня же за это и полюбили в текстах. За то, что ты можешь рубить правду матку? Ну да. Вот это вот. Все бы как бы ничего, если бы не вот эти понты в начале. Как только его взяли за жопу, он такой: ой-ой-ой-ой, я все вырежу, я все обоссите, только не бейте. Его упомянули одной строчкой в треке Оксимирона, и то запикали. Он разразился треком «Я не хочу жить в Дубае». Это образцовый кринж должен быть. В чате истерика. Я не знаю, что там, но очень просили. Поэтому я, как окси-эксперт, не подписывался вообще-то в этом говне копаться, но меня без меня подписали. Поэтому Скали Милана, я не хочу жить в Дубае. Как будто тебе, блядь, кто-то предлагает. Еще один шансон подался. Я в Москве, я в Москве. Ты лох ебаный, ты не можешь тут быть. Ну как там Европа, как Дубай? Заебись. Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали. Самый скандальный рэпер. Моргенштерн, а ты тут при чем? Ты самый зашкварный рэпер. Ты путаешься в терминах. Вот это у новой школы называется музыкой. Я хуй знает, как это комментировать. Да у меня, в общем, и соответствующего профильного образования нет. Я не нарколог, не психиатр, я не знаю, что с этим делать. Оксимирона ебали. Скали Милана жестко ответил Оксимирону на упоминание одной строчки, где его запикали. Оксимирона ебали. Он не хочет жить в Дубае. Все. Даже Морген в ахуе. Я не отвечу тебе. Я не хочу жить в Дубае. Я видел больше дерьма. Не. То, что ты бывалый жополаз, твое личное дело. А то, что Морген в ахуе, Морген в курсе. Чем ваш любимый Кизару? Мой папа за решеткой, моя мама ща в рехабе. Дамы и господа, сын Глеба «Три дня дождя». Мирон, ты педофил, ты чё хочешь моих фанаток? Мне похуй на тебя, на мне в Москве полные залы. Они базарят про меня, но ничего не знают. Мои типа друзья меня даже не поддержали. И твоя... Бедненький. Шлюха мне пишет, выеби меня дань. Эти рэперы копии, платите мою дань. Я благодарен пиар-менеджеру, это я. Я не вложил в эту хуйню ни одного рубля. Хочу, чтоб люди знали, я игнорю Юру Дудя. И я один на районе, у кого сумка Гаяр. Я не наполнен любовью, ведь ты Джарахов Эльдар. И сделай вид... Не, ну вот так Оксимирона с грязью еще не смешивали. Ведь ты, Джарахов, Эльдар, жестко! Жестко! Что не помнишь, когда увидишь меня, и ты... Скалли! Друг! Не дай бог, конечно. Трахать твоих фанаток — это не педофилия. Трахать твоих фанаток — это скотоложество, нахуй. Пойдешь в историю, как главный рэпер.
мир душнило. Мои запиканные треки лучше твоих обычных, и полстраны знает текста, даже когда там гличи. Скали Милана. Вот это вот. Выебывается на Оксимирона тем, что полстраны знают его текста. Кто-нибудь ему скажет? Я уж молчу, что Скали Милана выебывается на Оксимирона тем, что Скали Милана игнорит Дудя. Расскажи ему, человеку, который Дудя игнорит с момента, как Дудь вообще, блядь, появился. Но говнодавы четкие. За мною правда, ты пиздишь, это наше отличие. Я не хочу... За тобой может быть правда, но мы ее не услышали, потому что ты ее сыкливо запикал. Жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали. Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали. Патриотичная звезда новой школы. Тут как бы все хорошо, мне вот такое присылают там на стримы по творчеству подписчиков. Есть один нюанс, который немножко убивает во мне веру в человечество и заставляет чуть больше полюбить атомную бомбу. Это популярно. Ну, типа... Оно, конечно, приукрашивает, но на него реально ходят, у него есть концерты. Зачем-то. У этого много слушателей. Я не услышал одного. Мне одного не хватило от этого трека. Я бы с удовольствием послушал скит, а лучше припев от Катеньки Мизулиной. Ну, то есть, если я правильно понял генеалогическое древо, то мама Скали Милана — это Глеб «Три дня дождя», а... Ну, получается, родитель один, а родитель два — это Катя Мизулина. Прикольно. Я бы на это посмотрел. Нахуя эта информация вошла в мою жизнь и зачем я только что послушал трек Скали Милана? Вопрос к вам. Вы этого хотели. Вы этого просили. Вы этого требовали. Расхлебывайте это сами, живите с этим, я хуй его знает. Я пошел нормальную музыку слушать. На тебя, на мне в Москве полные залы. Они базарят про меня, но ничего не знают. Мои типа друзья меня даже не поддержали. И твоя шлюха мне пишет, выеби меня дань. Эти рэперы копии, платите мою дань. Я благодарен пьяным.